смотри, что делает, а. Вытягивай немножко. Вытягивай, давай ему. Ребята, всем здорово, всем привет, друзья, подписчики, гости канала. В общем, мы сегодня с Пашей. Паш, всем привет. Вот такие вот дела. Вот на этой, здесь, короче, метров 8-7 глубина, это Самовья яма, выход. Вот, раньше называлось это как-то осетриное раздолье, что ли, типа осетр тут ловился, но это было в далекие лохматые года. Вот, осталась яма, самы клюют. Короче, ребят, оборвал, поставил вот такой вот поводок. Поводок поставил из 0,18 плетенки, поклевывает вот такая вот товарная и очень даже достойная густера. Я ловлю ее на таранку, так сказать, засолить. Блин, братва, какие... Сейчас я свой ролик начинаю, уже, короче, победив огромную тушу, которая лежит вот здесь, вот в бударке, в трюме, в лодке. Так что ролик я вам рекомендую посмотреть. Вот, рекомендую подписаться на канал и посмотреть ролики, которые выйдут еще дальше, будущие рыболовные. Потому что веселье только начинается, друзья. Самы начинают клевать. Здесь также мы сегодня наловили судаков хороших. Также вон на том плесе лупит жерех, но жерех сегодня подождет. Видите, какой крутояр, друзья? Здесь прям вот прям самовое жерло. И клюет он, что ни на есть, на самого обычного червя. Короче, смотрим. Все самое интересное, как всегда, впереди. Погнали. Есть. Это, наверное, густерка. Блин, ну густерка очень сильная здесь. Вот. И, в принципе, очень даже неплохого такого размера. Вон, видите, ребят, самое то, что ни на есть, на засолку. Такая прям с ладошку товарная густера. Видите, сколько я ее надолбил уже. Наверное, килограмма два уже. Сейчас червя сажаю и опускаю снова. Здесь метров 5-6, наверное. Вот ребята вот здесь, там уже метров 8. Короче, братцы, снова. Снова я пыхчу над поимкой рыбы. Она клюнула. И вот так вот она, наверное, густера крупная. Да, ух, какая хорошая, блин. Смотрите, блин, слышь, а такая вообще бывает. Смотри, какая густера. Вообще самая большая вообще из всех. О, какие. Как лепешки, блин. Вот они. Видно, камера передает тут. Ну, короче, вот это сверху, которую я только что вытащил. На обычного червя. Поклевки дуром. Ой, братва, вот что значит Астрахань, а? Это не наш, не на наших пуколках. У нас такого... Не, поймать можно, конечно, у нас тоже есть крупные рыбы. Ни в коем случае не обижаю наши водоемы. Но такого количества, я думаю, вы со мной, друзья, согласитесь, просто нет. Кто согласен, ставьте лайк. Давай, давай, сом, сом. Сом, 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 по-любому. Блин, вот он прижимается, а. Ну, посмотри, что делает, а. Вытягивай немножко. Вытягивай, давай ему. Другую удочку бери. Рисуй, а. Смотри, что делает, а. Давай, давай. Он уже рядом. Но это явно хороший. Зацеп за это. Пас, дай меня. Это не камера, а это. Сейчас, подожди, давай, мы дадим устать. Вот. Дай ему пусть смотрит. Смотри, что делает, да? Вроде пошел. И, ага.
Ух ты! Сазан, ты представляешь? Сазан. Давай посадим. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Не пугай, я сам. Я сам победю его. Вот это яма. Блин, как с ним бороться, а? Просто. Давай зацеплю. Подожди. Есть. Вот. Есть. Вот это называется победа. Понимаешь? Один на один. Вот это лымарь, блин. Фух. Устал? Да тогда. Мандраж легкий. Даже не очень легкий. Фух. Короче, ребятки, что там, сом, да? Ну так, забирай его, так. Не надо, а то запутаешь. Короче, небольшой саменок, ребят. Ну сейчас отпустим. Блин, я уж испугался, прибежал, а. С подсачником. Фух. Вот это нахрен адреналин. Я, короче, еще одну делаю. Смотрите, какую вертушку нашел. Не показывал вам. Вот такой вот сомовый крючок. Буду сейчас ставить на ракушке. Так сказать, на моллюска. Вот сюда брошу на яму тоже. От берега совсем недалеко, а здесь такая ямища здоровая. Вот 5-8 метров, вот представляете? И вот эти вот коряги вокруг обвивают. Настоящая сомовая яма. Вот он! Вот он! Вот это сом. Но небольшой. Вот он, маленький соменок. Вот он прямо вот так. Ух! Этого я так достану. Вот так вот. Маленький соменок. Быстро я его, быстро. Эт, зараза. Этого малыша надо отпускать. Плыви. Расти. И попадайся на крючок. Вот он, походу, еще. Это, братцы... Коряга, блин. Я думал, сом. Черт, как. Блин. Такая подтяжка. Осторожно, осторожно, осторожно. Короче, жерех, походу. Без подсака возьмешь или подсак? Да, я сломаю его. Подожди. Ух ты, да как это небольшой? Подожди. Тихо, спокойно. Да. Ну ты смотри, как сам. Сейчас. Да подожди. Ох, ну вот это вот порно. Это вот просто он устал. Лайк. Вот такой вот, братцы, жерех. Ну, где-то полторашка, наверное. Вот. Сейчас будем в трюм его ложить. Вот к той, короче, туши. Которую вы видели, не видели еще, пока не знаю. Короче, выключусь, а то весь кайф пропустите. Короче, ребятки, снова походу сом. Да, это сом. Это сом. Ух ты. Все. Это бычара, это охотник, это хозяин, братцы, ахтубы. Слушай, блин, я походу зацепил. Паш, возьми. Да, зацепил я. Вытащи тюкулку, сможешь? Она с тобой там идет. Так. Она перехлестнула. Ух ты, блин. Это сом. Где подсак? Да дай мне, Паш. От зараза. Это сом.
Сом. Сом, сом, по-моему. Во, крутит, а. Блин, у меня же рука отсохла. Да, я сам. Хочу сам сразиться с этим зверем. Сом, сом. Блин, небольшой он, где-то килограмма на два. Вот он. Блин, он двушка от силы, ё-моё, он меня вымотал, как вообще, как цыгана какого-то, блин. Фух. Ой, боже ты мой. Ёперный вой. Ну как, смотри, какой самок. 2 килограмма сама. Вот. Ставит боком хвост, режет. Вот. Ну, двушка, двушка. Может даже... Ну, нет, вряд ли. Вряд ли больше 2 килограмм. Красавец. Такого я заберу. Имею право, ребят. О, какой. От души. Вот он меня трепал, а. И снова, ребятки, походу, небольшой, наверное, самок. Или... А, нет, это густера, слышь. Блин, а поджало-то как, поджало. Слушай, густера, я уже думал, все, отошла. Она даже с заглотом, пипец. Вот такая вот, ребят. Давно ее не было, наверное, с полчаса точно не клевала. И взяла. Засолим. Короче, ребят, сейчас поклевка была. Не успел я камеру включить. Вот. Короче, кончик удилища. Я не поймал. Вот. Вот просто вот так вот. И просто пошел вниз. Я подсек, рыбы не было. Но это очевидно, что был огромнейший сом. Вот. И может быть даже и хорошо, что я его не подсек. Потому что если бы я его засек, я бы просто сломал бы удочку. Потому что, ну, это нереально. Вот. Представляете? Вот. Самы клюют каждые 5 минут. Ну, что это такое, а? Густера отошла, вот, походу, самы подошли. Вот сейчас ночь, ну, не ночь, сейчас это вечереет. И на ночь приходят на яму, может быть, так. Вот. Ну, блин, жаль, что не получилось. Была бы такая камера, которая вот при поклевке включалась бы. Столько поклевок интересных бы было можно увидеть. Короче, братцы, на сегодня у нас все, наверное. Вот. В общем, решили мы взвесить сазана. Вот. Показывает то, что 2,5 килограмма. Представляете? Вот такая вот туша. Вот. Боевая. Это, ребята, реальный трофей. Сом начинает только клевать. Вот. Он будет клевать всю ночь. Сом — ночная рыба. Вот такую вот удалось наловить. Она называется здесь шарошка. Вот. Но это густера. Вот. Причем очень такая прям симпатичная. Стою, короче, братцы, вот от души скажу. Стою и жду в надежде поклевку увидеть. Еще одного поймать. Не хочется. Завтра собираемся уезжать. Поэтому как бы наш, так сказать, отпуск подошел к концу. Вот. Но сомики, видите, вот последний был на двушечку. И как-то прям не хочется. Ну ладно, что, уже смеркается, начинают жрать комары. Я сейчас вот так вот поставлю камеру, скажу вам до свидания. Подписывайтесь на канал. На нашем канале, так сказать, показывается активный отдых, рыбалка. Вот, поиск старинных украшений, монет. Вот таких вот. Ну то есть это мое хобби, которым я занимаюсь уже на протяжении, наверное, 5 лет. Вот, и за 5, наверное, лет у меня сформировался, там получился вот такой вот канал. Ну, достаточно большой по этой тематике. Вот. Ну, конечно, меньше, чем вот это вот полчище комаров, которые летают вокруг меня. Все, всем пока, до скорых встреч, до следующих серий. Удачи. Наверное, сом опять. Да, мелкий. Короче, снова сом. Вот он. Короче, не дает сом. Попрощался со всеми. Сказал всем пока, до скорых встреч. Решил вытащить удочку.
И вот такой вот малыш сидит. Представляете? Вот теперь точно всем пока. А этому тоже мы скажем пока.